Привет криптоманам, с вами Олег Портовый на канале Криптомании. И у нас сегодня обзор на airdrop от биржи IFX24. И прежде чем начать, хочу поделиться с вами новостью. Все, кто участвовал в airdrop Crypto Energy в первом раунде, токены уже поступили на кошелек Waves. Торгов пока по этому токену нет. Итак, поехали. Переходим по ссылочке, попадаем в Telegram-бот, нажимаем старт. Здесь мы за регистрацию на бирже и выполнение задач в соцсетях получаем до 100 токенов IFX. Заявленная стоимость одного токена составляет 40 центов и 20 токенов за каждого приглашенного. Разгадываем капчу, видим те задания, которые нам нужно будет выполнить. И вначале мы проходим регистрацию на бирже, переходим по ссылочке, попадаем вот на такую страничку, нажимаем регистр, здесь вписываем все свои данные и нажимаем зарегистрироваться. После этого нажимаем логин, вводим email, пароль и логинимся. Появляется страничка. Здесь будет два окошка, и вам будет предложено или зайти с помощью MetaMask, или создать аккаунт. Вы выбираете создать аккаунт, появляется следующая страница. Будет окошко импортировать аккаунт или создать новый. Вы создаете новый, появляется следующая страница с секретными словами. Вы их копируете, сохраняете у себя. Далее нужно будет ввести пароль, который вы использовали при регистрации, нажимаете «Далее». И вам нужно будет еще раз залогиниться. Вводите свой email-адрес, пароль, нажимаем «Логин». Здесь еще раз вводим пароль, нажимаем «Unlock» и попадаем на биржу. Далее возвращаемся в airdrop и выполняем остальные задачи. Подписываемся на Telegram-группу, Telegram-канал. Далее еще на одну телеграм-группу. После этого подписка на страницу в Твиттере и ретвит закрепленного поста. Далее подписка еще на одну страницу в Твиттере и ретвит также закрепленного поста. Сразу вам скажу, что два подряд вы ретвита лучше не делайте, а сделайте примерно через 2 часа следующий ретвит, потому что могут забанить. Далее подписка на страницу в Фейсбуке и ретвит закрепленного поста и подписка на страницу Medium. Но я переходил по этой ссылочке, по-моему, Medium не работает. Да, выдается ошибка, так что это задание можно не делать. Оно не является обязательным. Выполнив все задачи, нажимаем Submit New Data. И здесь нам нужно ввести адрес электронной почты, который мы использовали при регистрации на бирже. Вводим и отправляем. Далее отправляем имя пользователя в Telegram. Следующее — имя пользователя в Твиттере. Далее, если вы выполняли задание в Facebook, нажимаем «Если». Если нет, то нет. Да. Далее идет вопрос, выполнили мы задание в Medium, не выполняли. И здесь нам нужно отправить адрес кошелька IFX24. Для этого переходим к себе на биржу. Здесь нажимаем вот на эту первую вкладочку. Нажимаем Airdrop. Здесь на вкладочке Fonts нажимаем Баланс. И здесь на IFX24 нажимаем Депозит. Копируем адрес, переходим в бот и отправляем. Нам сообщают, что наши данные успешно сохранены. Смотрим на свой баланс. На балансе 100 токенов. Чтобы получить реферальную ссылочку, нажимаем вот сюда. Получаем реферальную ссылочку, копируем, приглашаем и зарабатываем дополнительно 20 токенов за каждого приглашенного. На этом у меня все. Ждем окончания airdrop'а и зачисления токенов на наши кошельки. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры.
и помним, что под лежачий камень крепта не течет. Всем удачи, пока!